Давай. Хорош, братан. Есть, отлично. Ну все, теперь мы точно ее загасим. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И мы с тобой продолжаем играть в Shadow Fight 2. Да, ребята, это свершилось. Офигеть, спустя сколько времени. Да, ребят, но потому что здесь вышел новый босс. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик. Также залетай в Телеграм, это очень-очень важно. И также, если ты хочешь меня поддержать, на Бусти залетай. Ссылка будет в описании. Короче, ребят, как ты видишь, ну я тут не особо так-то прокачан, но я здесь много чего проходил. Видишь, 10 уровень, и у нас босс. Опа, чернота, ничего себе. 7 минут, 4 человека. Ну что, погнали? Слышите? Ничего. Тишина, без пения птиц. Это место будто застыло в янтаре. Мы поступаем правильно? У меня очень плохие предчувствия. Не мудрено. Как только сюда рухнул кусок древних врат, жизнь здесь это статистическая погрешность. Смотрите в оба. Нам нужно найти Лазаря. Саймон, это Лазарь, смотри-ка. Мерзавец ты такой. Зачем ты привел сюда людей? Оно же вас учует, глупцы, уходите, пока чернота не распробовала ваши мысли на вкус. Эти чудесные господа, твой билет на свободу, дорогуша. Крепыш черным как-то связан с обелиском и вратами. Он поможет тебе, а ты ему. Что с тобой, тень? Тебе плохо? Ничего, ничего себе, блин! Мэй немножечко изменилась. Так, ну и погнали в бой. Собираем рейдик, ребята, погнали. Это здорово, что они сделали так, что диалоги, ребята, до того, как ты зашел в рейдик. Потому что они, помнишь, в рейд ты, значит, заходишь, и сразу диалог. А пока я читаю это все, естественно, братишки уже там наносят урон. Вроде как читеров немного пресекли, ребята, а именно сделали систему жалоб. Поэтому мы сейчас посмотрим. Мы сейчас посмотрим, если, конечно... Ну, поглядим, поглядим. Блин, у меня сфер, по-моему, нету, чуваки. Ну, нам хотя бы просто посражаться, поглядеть, ребята. Если что, может, в следующий раз. Можем победить, ребят. Да, как-то так. А также, ребят, я до записи, если что, победил вот предыдущего босса. Мы его тоже не побеждали, поэтому пришлось это сделать. Иначе бы не смог бы этого босса открыть. Вот, как-то так. Ребята. Притом, ключи зарабатывать тяжело. Тяжело. Вот в чем проблема-то. Так что всем по жалобе. Да, всем по жалобе, правда. Кто первее нас будет? А тут, блин, такие, блин, монстры играют, на самом деле. Нет, до этого я говорю, там от читеров просто отбоя не было. Там такая дичь была. В плане, ты только заходишь, все, сразу уже босс лег. Я только за... Отпрыск, большая жертва, сфера, разум. Побоище чувствую, прольешь кровь, вижу боль. А, нет, ну все-таки она что-то сказала. Ребят, так, у меня есть, слава богу, сферы. Ну, хотя бы маленькие. Итак, ну-ка смотрим, Мэй. Так, сфера пошла. Будем маленькими, но ничего страшного. Так, есть. Есть. Ну тут без сфер никак вообще просто, ребят, не обойти. Поэтому... Давай! Давай, есть! Есть! Быстро, 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 чувачки! Сколько? Сколько мы нанесли? Ну-ка, давай посмотрим. 858. Хорошо, хорошо. Но нам надо чуть больше. Борис на первом месте. Нексус, смотри, сколько. 2700. Ох, брат, могут. Так. Ой-ой-ой, 3500. Ну, по факту мы можем это сделать, ребят. Так, перезарядка магии, отражение урона, устойчивость, регенерация, 3 эффекта в одном. Взрыв крадет. Ну, это мне-то не надо, на самом деле. Ну, давай это выпьем. Бахнем, ребята, все-таки. Попробуем. Так, я попробую даже не ждать. А, ну, понимаю, ребята, да. Такая... А, во. Без двойных ударов? Да ты прикалываешься. Ха-ха-ха.
будет печально, если честно. Так, ладно. Ты куда ты кидаешь, брат? Быстрее надо. Так, есть. Да, ну, может, не очень эпично, конечно, ребята. Но, блин, нам надо победить. Давай, 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 давай. Она победила меня. Пожалуйста, пусть бы хватило. Ну-ка, 424. Блин. Ёкарный бабай. Ну тут понятное дело, что мы уже все тут. Ну жалко. Жалко на самом деле. Жалко, ребят. Но что делать? Что делать? Блин, хотелось бы, конечно, победить. Не все там в бою. Сколько осталось? Или могут... Может, мне все-таки будет шанс? Нет, там Борис и еще второй. Мне кажется, вдвоем они 2500 точно нанесут. 2300? А, нет, погоди, еще есть. Еще есть шанс. О! Да нет! Блин. Ну, что делать, ребят? Вечно останешься здесь. Одна кровь навсегда. Буду читать тебя, буду питаться. Дорогуша, мне не нравится, что кто-то забирает у меня волю. Это оскорбляет мой интеллект. Тень, ты должен вытащить нас отсюда. Ну и, как ты понимаешь, ключик очень дорогой. Ключик очень дорогой, аж 37 стоит, ребята. Вот. Все, пацаны, погнали. Сейчас мы точно завалим. Теперь-то точно, ребята. Ух, блин, нифига себе. Так, есть. Все, быстренько, давай, 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 давай. Главное, конечно, чтобы союзники тоже смогли это сделать. То будет не очень прикольно. Давай, брат. Ой-ой-ой-ой, быстро. Так, ну ничего. Так, косарь, мы с тобой... Ладно, ничего страшного. Попытка не пытка. Давай, братик, let's go. Давай. Хорош, братан. Есть, отлично. Ну все, теперь мы точно ее загасим. Все, чуваки. Ну не с первой, так со второй попытки. Блин, какая она жесткая. Ты смотри, нифига себе там. Офигеть. Ладно, все, мы нанесли минималочку, и это хорошо, ребят. Это хорошо. Вот. Поглядим, что нам дадут за это. Слушай, ну, круто, что они все-таки новых боссов сделали. И не временных, а именно вот навсегда. На четвертом ярусе. Это очень прикольно. И как ты видишь, читеров наконец-то нету, ребят. Блин, это очень здорово, ребят. Все, они сейчас добивают, ребята, и все будет у нас круто. Но я надеюсь, они смогут же добить. Да. Да, конечно, ребята. Ох, тихо, 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 тихо. Тут придется полюбасу ее сферами. Давай. Быстрей. Оп, есть, отлично, чуть-чуть. Найс, найс, ребята. Все, супер. Замечательно. Ух, вот это круто. Это круто. Мы еще при том не на последнем месте даже. Чью форму оно приняло? Тебе это о чем-то говорит, тень? Оно точно обращалось к тебе, мороз по коже. Я будто увидела призрака. Одной крови, конечно. Спасибо, что вернули мне частицу меня самого. Здесь наши пути расходятся. Теперь они заплатят, глупые, ничтожные люди. Постой, дорогуша. Мы так не договаривались. Нельзя допустить лишних жертв. Ты расстроен, понимаю. Но отпусти свои эмоции и включи мозги. Ты обманул нас, человек науки. Кого мы освободили? На что мы обрекли этот мир? Ты понимаешь, что ты натворил? Где-то я просчитался. Нам нужно в город, пока Лазарь не сравнял его с землей вместе с патриархом. Пострадают невиновные. Идем. Офигеть, скоро, скоро, скоро новые боссы будут. Блин, ну это очень круто, ребята. Это правда, это очень круто. Блин, замечательно, чуваки. Так, ну что, ну давай, наверное, еще кого-нибудь сможем мы... Можем мы кого-нибудь победить? Я не знаю. Коксона, ребят. Все, хоть еще одного. На других я не смогу. Хотя, погоди, что мы, ключи какие взяли вообще? Это у нас есть? Ну-ка. Там... Но мы не первое место, понимаешь? Они сделали так... О, погоди, не, привратник, есть ключ. Что, на привратника? Погнали, попробуем, ребят. Не, ну... Тут я, конечно, думаю, с маленькими сферами, конечно, мы... Ну, такое, без блоков.
Хотя он, по идее, не такой уж прям сильный, ребят. Брат, ты чё? Ты чё творишь, блин? Да ты вообще охренел! Тебя сферы будут лететь сегодня или нет? Да он заколебал! Ты прикинь! Ты чё творишь? Привратник, ты что творишь вообще? Боже, это какая-то... Это просто какая-то жесть сейчас была. Вот честно скажу, ребята. Отражение урона... А, у меня, ну да, есть как бы вот эти, слава богу, средние сферы. Мы же получили. Но я думаю, что-то чувствую, ребята, что мы уже не сможем нанести урон. Тут, скорее всего, братишки быстренько все заберут. Хотя, кто знает. Оу. Не, ну. Когда, интересно, Горн добавят? Запилят в разработке. Сколько лет уже он в разработочке, ребята? Не, ну сейчас попробуем привратника, конечно, ребят. Мочку. 8! Боже! Так, ну что там, ребята? Готовы? Отражение урона, в принципе. Выпьем, ребят, вообще прям по максимуму. Уклоняйся от магии противника. Я сейчас резко, прикинь магию. Так, хорош. Так, тихо. Братиш, лови. Ой-ой-ой, что творит, а? Ля-ля, что творит? Музыка вообще имбовая. Так, ну, мы с тобой в любом случае косарь 100 нанесли. Минималочка у нас есть, ребят, потому что, сами понимаете, эти братишки-то сейчас... Блин, а как мне валить его... Блин, у меня еще этот меч, конечно. Так. В общем, братишка, если тебе нравится шедик, обязательно ставь лайкосик. Слушайте, давайте наберем хотя бы косарь 500, 2 косаря. И, ребята, пойдем уже в Shadow Fight 3. Просто покажите мне активность, ребята. Это важно. Это правда важно, ребята. Так, я последний, но ничего страшного. Погнали, пацаны. Ну, наконец-то, есть! А, ну тут, конечно, нет. Пойдет. Все, нормально. Супер, ребят. Все. И что, мы получили? О, погоди, получили ключ? Да неужели, наконец-то, не только за первое место дают? Ну, это замечательно. Ладно, ребят, на этом все. Обязательно ставьте лайкосик, взлетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братья.